Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, это если канал, с вами какого мы продолжаем проходить за тест на Шерлок Холмс или последняя воля Шерлока Холмса. Мы остановились здесь вот на мистической загадке, не знаю, о чем говорю, в общем, надо сейф открыть. Я пока что сброшу, я повесь предположение. Что нужно сделать, и сейчас будем с вами как раз таки разбираться. Все намного проще, чем вам кажется. Просто здесь надо, знаете, такую вещь, не знаю, выработать. Как это сказать, просто логично подумать и сделать. Просто это очень легко на самом деле. Правда, тут как-то неполная картина такая собирается. А теперь мне надо как-то... А, то есть тут еще, короче, такой... Упс. Я не могу грузить их без них, но мне надо, чтобы синие были еще. Тоже, короче. Ну, считайте, чтобы синие, так же, как и... Короче, надо синих тут линию строить одну. Это тоже будет не очень легко, потому что здесь как раз-таки надо будет мне... О чем я говорю? Это будет проще простого. Я сейчас выстрою еще просто линию здесь, вот такую вот. И буду вытаскивать. Похер, что зеленые выходят. Это вообще не важно. Все. Считайте, что мы сделали. Теперь просто делаем ту же самую процедуру. Да? Как вот я вот в тот раз вот сделал. Тут вообще вон три, как, ну, потому что как бы стоят как стоят. И вот так вот. И как бы так вытащить-то? То есть сейчас реально так тоже бесконечно... А, я понял проблему главную. Проблема сейчас будет в этом. Красная тут всякая вот. Мешаться будет вообще сильно. А, ну хотя если я отправлю эту одну зеленую... Потом вот эти три... А, тогда у меня это замешается. Но я вот не могу, мне обидно. Я не могу вот эти крутить, пока вот тут, да, есть. Вот это. Вот. И запрятать я никуда не могу. Красная есть, зеленая есть, синих нет. То есть синяя, она просто должна пока где-то болтаться. Но мне надо... Значит, было когда-то зеленые построить. Так что вот, чтобы было. А, подождите, а что тут тупого-то? По три, да, я брать буду. Может, перемешать их? Если я просто думаю, если я, допустим, сейчас поменяю местами там синие с красными, ой, не синие с красными, а так можно же легче будет. Ну тут надо будет сейчас зеленые. Так, давайте, значит, пока я могу зеленые вытаскивать. Ой, не зеленые, а эти красные. Так, как мы делаем, да? Сначала я, так, это я сейчас, ой, нет, вы что я делаю? Боже мой. Так, там было 4 зеленых сейчас. Вот так вот пока оставляем. Перевозим, наверное, на красные. Не сюда, так вот переставить. Ой, так я же наоборот делал красные на синие.
Вот, логично. А теперь мне надо... Просто, если я буду забирать зеленые вот эти вот три штуки, я их вот сюда вот поставлю. Вот, а тут, правда, сейчас опять три будет, и я не смогу... Я не смогу нормально их забрать. Хорошо, если синими поиграться, оставить синюю. Похер, пусть будет синяя. То есть, ну, то здесь три, я ее не перенесу вообще никогда в жизни. То есть здесь четыре, да, и они криво встают, да? Хорошо. Подожди. Ой, слушайте, по-моему, я понял, как это сделать. Но мне надо забирать будет по-другому. То есть не три зеленые. Или синие мне забрать ее. Я просто почти, вот примерно понял, как это сделать, но мне надо синюю. Мне как будто бы надо вот так вот сделать. И поменять местами с вообще красными. Полную вот эту картину. То есть полностью вот эти все поменять местами с... этими красными. И наверняка сейчас опять будет проблема, связанная с количеством. Да, будет. Тут останется одна, и здесь тоже должна одна остаться. Да-да-да-да-да. Проблема просто всегда должна быть, видимо. Неисчерпаема. Обидно вообще. Хотя если... Ой, слушайте, по-моему, мы сделали. Вот. Я нашел что-то. Покажите мне, Холмс. Ни к чему, Ватсон. Это какие-то документы о вас? Там написано то, что вы не рискуете показать даже мне. Вы пришли сюда похитить материалы расследования, Холмс. Ведь это единственное, что вас интересовало. После обсудим. Нужно все положить на место. Никто не должен догадаться, что мы здесь были. Помогите мне. Верните пластины на прежнее место. А с остальным я разберусь. Это же схема моей квартиры. То есть, нашей. Блин, это было сложно. Чего вернуть пластины? Быстрее, Ватсон. Надо убираться отсюда. Живо. Да, но... Шевелитесь, прошу вас. Из-за вас нам пришлось удирать, как преступникам. Да так оно и есть. Я лишь надеюсь, что эта игра стоила свеч. Покажите мне документы, Холмс. Давайте скорее найдем Кэп. Здесь нельзя оставаться. Почему вы так спешите? Вы... Это же судья Беккет! Точно он! Пойдемте, поговорим с ним. Поздно. Поступайте, как знаете, но лично я хочу услышать объяснение. Зачем он собирал у себя этот архив? Нет, оставайтесь на месте. Я требую. Ваши требования ничего не изменят. Я поговорю с судьей Беккетом, и вы меня не остановите. О-о-о-о! Вот это весело. Ватсон, Ватсон, вы целы? Боже мой, что случилось? Люси, ох, Люси, бедняжка. Надо что-то делать. Холмс, вы должны помочь мне. Простите, Ватсон. Но, боюсь, мне надо уйти. Уйти? Да вы просто спятили! Холмс, вернитесь! Холмс! Нормально. Ну, я ничего не понял. Во-первых, почему убили Беккета? Вы здесь? Покажитесь? Куда хуй? Никого. Может, оно и к лучшему. Даже не знаю, как бы я себя повел. Какой кошмар. Бедная мисс Люси теперь на грани жизни и смерти. К счастью, я оставил ее в надежных руках. Но откуда, черт возьми, Холмсу было знать об этой бомбе? Более того, трагедия даже сыграла ему на руку. Нет больше судьи Беккета, нет компрометирующих документов, нет доказательств. Ничего не осталось. Так, и что? Пол так отражается... Опа, газета. Репортер. Новые факты в деле Шерлока Холмса.
В нашу редакцию поступили новые сведения, проливающие свет на подлинную натуру Шерлока Холмса, знаменитого детектива. Вашему скромному слуге, неустанно стремящемуся докопаться до истины, удалось переговорить с человеком, который несколько лет назад был замешан в деле под названием «Чертежи» Брюса Паррингтона. Этот человек никто иной, как брат убитого Артура Кэдгана Уэста. Этот джентльмен поведал нам нечто невероятное. Пустив все силы и средства на то, чтобы выяснить истинные обстоятельства гибели брата, он обнаружил, что к исчезновению чертежей подводной лодки причастен сам Шерлок Холмс. Чтобы наложить руки на эти документы, мистер Холмс обвинил знаменитого партнера своего соучастника в краже чертежей. Он специально построил все так, чтобы кража показалась делом пустяковым. Затем мистер Холмс заманил его в ловушку, разместив в газете фальшивку, обычное маленькое объявление. Партнер ведь не знал, что мистер Холмс и его наниматель — это один и тот же человек. Соучастник Холмса был пойман и осужден, но вскоре умер после заключения умер при странных обстоятельствах и унес секрет Холмса с собой в могилу. Эти откровения очень важны. Теперь мы знаем, что мистер Холмс не какой-то заурядный обманщик и вор, но одна из ключевых фигур на международной преступной арене. И при случае он не побрезгует даже изменой родине. Хера себе вы придумали. Такого загиба я не видел вообще. Прямо как у крысобоя. Этот опасный маньяк теперь разгуливает на свободе. И что еще хуже, виноват в этом Холмс. Зачем мы только сунулись в Уэстгейт? Чернь, этот опасный... Трубка Курца. Холмс забрал ее с собой. Интересно, стал бы он стрелять в тех извергов в курильне опиума? Пару дней назад подобная мысль даже не посетила бы меня. Но теперь я задаюсь вопросом, способен ли он на хладнокровное убийство? Ага, Тоби, знать бы, где сейчас Холмс. В эту бумагу был обернут предмет, который Холмс оставил в доме судьи. Всего за несколько минут до взрыва. А Холмс что, бомбу принес туда? Заперто. Все эти происшествия расшатали мне нервы. Надо бы поспать немного. Или хотя бы попытаться уснуть. Вот и вы. Меня отравили. Но кто? Вы хорошо его знаете. Это человек недюжинного ума. Такая злоба. А кто вы говорите? Это был Холмс? Жарко. Невыносимый жар. Воды, умоляю. Он ответит за все, а перед Богом задыхаюсь. Дайте воды, жарко. Кто это с вами сделал? Доктор Ватсон. Это Люси. Люси, вы ранены? Мои дети пропали, доктор. Найдите их. Умоляю, спасите их от мистера Холмс. Что вы, Люси? Что вы говорите? Я помогу вам. Вы так добры. Мне уже не помочь, доктор Ватсон. Лучше спасайтесь сам. Холмс, я знаю, что вы там. Холмс, немедленно откройте дверь. Я вынужден вам отказать. Скажите мне правду, Холмс. Я должен знать. Вы не смеете скрывать ее от меня. Скажите! Мне очень жаль, Ватсон. Откройте дверь, или я ее выломаю ко всем чертям. Зачем я? Дверь не заперта. Вы что, Холмс? Нет! Прошу, не делайте этого! Нет, это невозможно. Что происходит? Откройте! Да, полиция! Да, минутку, я иду. Доктор Ватсон, а мистер Холмс здесь?
Инспектор Бэйнс? Что? Он здесь или нет? Нет, его здесь нет. Откройте дверь! Быстро! Вам придется пройти со мной. У нас много вопросов о ваших отношениях с Шерлоком Холмсом, а также о том, что вы делали вчера вечером. Пусто, инспектор! Одевайтесь. Мы уходим через пару минут. Да, хорошо. Я помогу вам всем, чем смогу. Я тоже хотел бы найти ответы на некоторые вопросы. Сержант, останьтесь с кем-нибудь из своих людей здесь и обыщите все. Найдите любые улики, которые приведут меня к нему. Поймите, доктор, мне самому очень неприятна эта ситуация. Но мы считаем, что Холмс – убийца, и я должен его арестовать. Что вы сказали? Убийца? Вы слышали меня. Убийцы епископа признались, что действовали по указанию Холмса. Ого, нормально. Пока меня допрашивали в Скотланд-Ярде, Бэйнс и его ребята перевернули тут все вверх дном. Подумать только, до чего я дожил. Я всегда был на стороне правосудия. А меня несколько часов допрашивали словно преступника. Заставляли снова и снова повторять, что я ни при чем. Бэйнс твердо верит, что Холмс виновен. Кто может его в этом упрекнуть? Все указывает на Холмса. Я думал, худший уже позади, но теперь меня подозревают в соучастии. Сейчас главное для меня найти Холмса. А когда найду, я решу, что делать. Я обыщу квартиру. Вдруг Бэйнс что-то упустил. Давайте. Кое-что-то я не знаю, чего тут найти можем. Это явно маскарадный костюм Холмса. Это явно маскарадный костюм Холмса. Это явно маскарадный костюм Холмса. Что с Тоби? Верный Тоби. А, все. Главное, что живой. Ты думал, там усыпили, может, через чем. Это маскарадный костюм Холмса. Что-то мне подсказывает. Фу, ой, ну и запах. Воняет табаком. Да он тут был, блин, по-моему. Похоже, это да? Это явно маскарадный костюм Холмса. Это явно маскарадный костюм Холмса. В этой одежде Холмс был вчера. Я же говорю. Холмс оставил здесь свой твидовый костюм. Значит, бросив меня у дома судьи Беккета после взрыва, он вернулся сюда, чтобы переодеться. Зная, что его уже ищет Скотланд-Ярд, он наверняка решил замаскироваться. Надо лишь выяснить, под какой личиной. Лучший вариант — действовать методом исключения. Гардероб в гостиной поможет мне в этом деле. Табак Холмса. Дыра! Там должно быть двойное дно. Нужно поддеть чем-нибудь тонким. С помощью этого бюста обманули полковника Морона в деле «Пустой дом». Надо собрать все принадлежности, которые... А, я понял. Люди Бэйнса все-таки пощадили мою спальню. Как мило с их стороны. Здесь я пишу рассказы о преступлениях, раскрытых Холмсом. И мне есть что написать.
Столько собрать всего надо, конечно. Так, ну если это не все, то мы еще увидим. Так, определите, какого костюма не хватает. А, я понял. Так, сейчас надо будет еще тупить вот здесь вот. Непонятно немного. Я все собрал. Дыра. Ничего нету тонкого у меня. Нету ничего тонкого. Тонкого, 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 тонкого. Что-то, что-то собрать, взять. Не знаю, нет, ничего нету. Ну, как определить-то? Ну вот шляпа вот тут. Да? Так, для чего надо прийти вообще, в чем он был там вчера, да? И тут как бы хрен определишь, например, со шляпами, ну... Мэ. Чё, издеваешься, что ли? Я даже пропустить не могу уже. Ну вот единственное, как бы обувь такая, ну, более-менее загрязненная. Так, подождите. Да, то есть вот это как бы загрязнено, тоже грязно, и как бы обувь тоже вот такая очень. Это тоже не самое лучшее вообще. Вот, шляпа вообще все идеальные. Но она не пропускается, и скорее всего что-то не пропустили, короче. Правда, не хочу мотиваться, но точно.
Уйти он не может, да? Надо собрать. Да. Вообще, у меня есть 3 костюма, значит, один там должен отсутствовать. Вообще логично. Ну, что-то как-то хрен понять вообще. Пропустить, главное, нельзя. Как определить-то? Игра. Так, определить, какого костюма не хватает. Как я должен это сделать? У меня же нету костюма. Понятно мне, конечно, и главное, здесь не работает кнопка. Почему, собственно, никто не хочет, чтобы я тут что-то вот как бы вот... Твою мать! Да? Оу. Ну, Ватсон не может ничего делать. Ну, Ватсон точно не займется, это как бы, по-моему, понятно. Заработать, работать не живая сила, никогда не выдыхать, не выдыхаться. Окей. Не знаю. Ну, я вроде сопоставил, да? Несколько. Вот, ну игра, короче, говорит мне нет, и такая, типа, иди нахер. Вот это, вот смотрите, вот это грязное, да? То есть, может, конечно, здесь напутал что-то, но... Как бы... Вот это и вот это сочетание вообще никакого. Вот это и вот это тут есть сочетание. То есть, максимум вот что-нибудь там такое вот. Мне кажется, что так вообще, реально так может быть. Хотя еще вот вариант, да? Или вообще вот так вот. Хотя нет, по цвету вообще. Я не знаю, ладно, тогда давайте мы с вами продолжим уже в следующей серии, так что... Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.